Добрый день, уважаемые зрители канала Billiarder.com.ua. Сегодня на базе школы бильярда «Школы чемпионов» проходит очередной корпоративный турнир. И сегодня это турнир среди выпускников Народно-Украинской академии, город Харьков. Корпоративный турнир – это прекрасная возможность сплотить коллектив и раскрыть его потенциал. Во-первых, дать проявить себя и адаптироваться новым сотрудникам в незнакомом обществе. Во-вторых, обратить на себя внимание руководства рядовым сотрудникам, не раскрывших до сих пор до конца свой потенциал. В-третьих, позволить руководителям утвердиться в роли лидеров, завоевывавших трофеи. И в-четвертых, бильярд как средство коммуникации. Пожалуй, ни одна игра так не располагает к общению, как бильярд. Вы служите на подводной лодке? Нет ничего невозможного. Мы организуем турнир в любом удобном месте для вас. Свяжитесь с нами, чтобы понять, что нет ничего невозможного.